И когда у нас возникают проблемы, давайте все-таки определимся. Проблемы бывают разные. Вы можете пойти в обыкновенную клинику, но вдруг у вас получаются проблемки с уколами. То есть необходимо что-то новое. А новое – это тоже денежки. И в принципе, здесь по сути событий ровно столько, сколько же вы и тратите в другом месте. Хотите качественную пломбу – вам ее здесь сделают. Хотите поставить имплант – ну, во-первых, это будет уникальный вариант. Потому что центр Агат делает все по высшей категории качества. Вот тут есть о чем подумать. Подумать и осознать то, что далеко не каждый может пройти бесплатное лечение. Только с острой зубной болью. А далее, косяй бамба. Вы должны включить никому не нужный интернет, чтобы залезть через никому не нужные госуслуги. К слову, тех, кто доезжает, что лишние 500 рублей карман тянут. И вы не думаете, что лечение будет завтра? Ой, нет. Зато, зайдя в Агат, лечение сразу. И отношения мне больше нравятся. И врачей, и обычных медработников. Как-то тема есть, не правда ли? Смотрите, как интересно. Дело все в том, что ценник может отличаться только в зависимости от стоимости самого материала. То есть, если есть дорогой материал, есть дешевый материал. Так а там тоже не дешевый материал, поверьте мне. Я согласен. Вот. То есть, тот базовый материал, который заложен, допустим, в бесплатную услугу, да, это относительно дешевые материалы. Вот. И они идут как бы на бесплатную услугу, хотя, в общем-то, бесплатных услуг не бывает. Все это платно, это за счет, скажем так, фонда обязательного медицинского страхования, за который мы все платим из своей зарплаты. Вот. Что касается платных услуг, дополнительных услуг, то опять-таки есть разные, скажем, материалы. Это касается и производителя, это касается доставки, это касается различных факторов. Поэтому, по большому счету, ценник, в общем-то, одинаков. Разница могут быть небольшая за счет, скажем так, ну, тут давайте так, не кривя душой, за счет аппетитов, собственно, производителя этой услуги, безусловно, да, вот, и разница может быть еще за счет того, откуда и кто берет эти материалы, потому что есть материалы, скажем так, ну, собственно, давайте такой грубый пример, но он есть, да, скажем, это автомобиль премиум-класса, автомобиль бизнес-класса и автомобиль бюджетного класса, вот все. Если у вас есть материал, там, скажем, премиум-класса, если у вас есть материал бюджетного класса, то понятное дело, что конечная цена будет отличаться. Вот. Намного ли она будет отличаться? Здесь уже многое зависит, в общем-то, от дополнительных условий, от аппетитов в том числе. Да? А так в целом все одинаково. И вот, по сути, зуб мой лично удалили. Причем часть сразу, а больше сломом. А потом, ну, жевать сможешь или импланты. Да я не противник имплантации. Ранее своей вставлял, и честно, круче все-таки Андрей Мигас. А потому что он руководит Агатом, и он хирург от Бога. Кроме рук, есть еще и самые последние технологии, а для этого уже надо покупать новинки. И это все не просто так, потому что, поставив уникальность науки, работа с имплантами может быть на всю жизнь. Как говорится, поставили опытными руками и забыли. Импланты. Это для вас. Потому что это мысль. Это событийность. Событийность имеет место. И каждый раз человек приезжает. И каждый раз он ездит не только в Россию. Он смотрит, потому что мы говорим о качестве. А качество, оно должно быть на уникальном уровне. Поскольку город Магнитогорск дает вам эту самую возможность. И лучший вариант – это то место, где вы можете понимать. А лучший качественный вариант – это все-таки центр Агат, который здесь работает уже 32 года. Качество ваших услуг – это срок действия – это более 30 лет. Да, 32-й год мы работаем. 32-й год уже. Вот здесь, прямо? Да. Где мы находимся? Да. Стоматологический центр Агат. Где он? Куйбышева 3, город Магнитогорск, улица Куйбышева 3. Это не просто всякие там, знаете, пришел сегодня, допустим, у тебя подъезд на первом этаже, и внезапно там стоматолог нарисовался. Откуда-то он нарисовался? Вот этот вопрос возникает. А здесь-то долго, красиво, ровно. С 92-го года мы работаем здесь. Вот, и работаем здесь постоянно. И, по сути дела, основной коллектив в массе своей сохранился.
Вот, и сохранились те традиции, те, скажем так, задачи, которые первоначально декларировались, и они, собственно, и сохраняются, и никто не собирается менять их. И основные цели – это оказание качественной помощи медицинской, они сохраняются и будут сохраняться.